Всем привет, с вами Росиксон, и сегодня я расскажу о социальных аспектах мобильного приложения. А перед этим вы можете подписаться на мой телеграм-канал, где я, в общем-то, рассказываю вообще обо всем, что я делаю, в каких-то интересных темах, новостях, мыслях. Например, там я кидал, нужно было просто заполнить Google форму, и вы бы получили приоритетное место в очереди на покупку этой криптовалюты. Я вот сейчас получил это место и думаю, покупать или нет. В общем-то, в моем телеграм-канале очень много всяких разных схем, где можно заработать от 1000 рублей, иногда и больше. Но тут уж как повезет. Я, в общем-то, участвую во всех схемах и скидываю их в телеграм. А, ну еще, YouTube могут закрыть, так что подписывайтесь на телеграм, ну и на YouTube. На всякий случай подписывайтесь, вдруг не закроют. Такс. А я пока что напомню то, что биржа Gate.io находится в топ-7 лучших бирж мира. И спасибо им за поддержку. Биржа Gate.io входит в топ-7 лучших бирж, как я уже говорил. И если вы зарегистрируетесь по ссылочке в описании, то вы получите максимальную скидку на торговой комиссии 20%. А это довольно большая сумма, так как на комиссии обычно тратится много, особенно если вы трейдер и торгуете часто. А сейчас будет опрос у жителей Санкт-Петербурга, что они думают о криптовалюте и пару вопросов о финансах. Так что смотрите, если у вас будет какой-то вопрос, то вы можете написать его в комментарии, и я задам его в следующий раз. Ну что, смотрим? Привет, отвечу на пару вопросов. Давай. В чем ты хранишь деньги? Сейчас частично в еде, в рублях, потому что, черт его знает, может быть, все будет нормально, поэтому в рублях. И половину примерно вот закинул в биток как раз. Ну, там, эфир я купил. Есть ли у тебя какие-нибудь накопления, насколько их хватит, если тебя уволят с работы? Есть, и хватит на месяц-два. И как ты относишься к криптовалюте, что о ней знаешь? Отношусь положительно, но с точки зрения того, что валюта, типа, децентрализация, вот вся вот эта фигня, а в плане того, что на ней играют и не особо хорошо сейчас можно в ней сохранить деньги, это отрицательная черта, типа, ну, надеюсь, это когда-то изменится, типа, ну, волатильность вот эта огромная, типа... Не нравится. Да, но волатильность рубля сейчас настолько огромная, что я вкинул деньги в биток, потому что я доверяю теперь биткоину больше, чем рублю, вот. Понял, спасибо за ответы. Так, чтобы включиться в сообщество Gate.io, нам нужно то-то-то. Сначала скажу то, что еще по ссылочке в описании вы сможете перейти в чат биржи Gate.io, где вам ответят на все вопросы отличные админы или пользователи, такие как я, которые рады помочь друг другу, потому что тоже, когда я был новичком, я задавал довольно глупые вопросы, и спасибо тем людям, которые мне на них отвечали. Также и в комментариях можете задать вопрос, я попытаюсь ответить, если что, спрошу в чате. Так, как же теперь зайти в сообщество Gate.io? Мы находим в панели инструментов категория Social. Далее мы можем нажать на вкладку «Посты», чтобы ознакомиться со всем по порядку. Итак, во вкладке «Посты» мы можем увидеть пользовательские посты, так как биржа в основном популярна в азиатском пространстве. Здесь почти нет постов на русском, но все-таки и на английском есть, так что я думаю, это не будет для вас проблемы. Свапнув вправо, вы можете видеть трендовые посты пользователей. Интересно, что они там пишут? Я там видел, ну, какие-то странные посты. В общем, загляните так для интереса, что они там пишут. Я немного даже посмеялся, честно скажу. И там посты люди пишут. У нас, мне кажется, в России отличается аудитория. У нас люди, ну, скажем так, другие. У нас посты, мне кажется, более интересные в России, а как вы думаете? Ну, и не только в России, а во всем СНГ. Свайпнув правее или выбрав на верхней панели категорию Live, вы можете наблюдать прямые трансляции пользователей или официальные трансляции от биржи Gate.io. Кстати, надо зайти как-нибудь в трансляцию, потому что я давно уже не был. Если вы активно торгуете, вы можете подключиться к глобальному чату, чтобы пообщаться с местными трейдерами. Но тут, там, конечно, такие споры я видел. И при том спорят, мне кажется, о странных вещах, например, биткоин пойдет вверх или вниз. Но никто не знает, куда он пойдет, о чем они спорят, не совсем понимаю. Так, следующая вкладка «Реальная торговля». Здесь вы увидите наиболее успешных пользователей биржи Gate.io. Вот это уже интересно. Во вкладке «Объявления» вы можете увидеть последние новости по бирже. Во вкладке «Последние новости», как ни странно, вы можете увидеть последние новости, но об этих вещах я более подробно расскажу как-нибудь позже. И последняя вкладка «Уведомления». В ней нам приходят уведомления от различных активностей на бирже, прямых трансляциях и так далее. Меня, честно сказать, вначале, ну, я устал от этих уведомлений, я их отключил, ну, потому что я не хочу слышать о постах, еще каких-то, я хочу получать уведомления только, ну, какие-то самые важные, потому что у меня и так куча уведомлений на телефоне приходит, и то я это вроде как отключил все
так сказать, ненужные уведомления. Так что всем советую отключить ненужные уведомления или, наоборот, включить нужные вам. Также на бирже у вас есть личный профиль в духе социальной сети, где отображаются ваши подписки и подписчики. Вы также можете оставлять комментарии под постами других пользователей и писать свои посты, но для этого вам требуется получить третий уровень на бирже. Так, ну примерно так, я уже немного устал записывать это видео, так что поставь лайк, там комментарий, телеграм, регистрируйся на бирже, если хочешь. И удачи, будь аккуратен. Примерно так. В общем-то, спокойно торгуем, ни на что не обращаем внимания.